вами мистер Гунич на связи, и пришлось и мне подвести итоги прошедшего дня Лиги Чемпионов, а точнее матча, хочу сказать, Валенсия-Ювентус. Вы знаете, я кумир Реал Мадрида, но и в отдельности кумир Роналдо. Так что хала Мадрид всем. Вы знаете, что в начале матча Ювентус давил как никто, вообще пытался бульдозером пройтись над Валенсией, и игроки Валенсии начали провоцировать Роналдо. После чего Роналдо у нас вспыльчивый мальчик, мужчина, я бы сказал, он не сдержал свои эмоции и накричал на человека, который просто как девочка, как плакса упала. Я даже в женском роде скажу про этого человека. Не помню фамилию, потому что такие люди не заслуживают внимания. Тут речь идет о судье. И Роналдо на него накричал и дотронулся до головы. Согласен, нарушение в футболе. Футбол — это не регби, футбол — это контактный вид спорта, да, для мужчин, но не настолько. То есть по голове трогать никого нельзя, когда человек лежит, да. Но судья не видел сам эпизод и подошел и спросил у судьи бокового, который стоял за воротами, и типа видел этот сюжет, да, эту ситуацию со своей стороны. И тот сказал: все, Роналдо виновен, и судья, главный судья этого матча, арбитр, поднял красную карточку над головой у Роналдо. Я был в шоке, как это, дебютный матч, Роналдо ставил на такие, ну, вот, надежды на этот матч, потому что заявиться в новой команде в Лиге Чемпионов, он сотворил чудо в Манчестере, он сотворил невероятнейшее чудо за Реал, и сейчас Ювентус. И он его приведет к чемпионству. Но я считаю, что будет финал Реал Мадрид-Ювентус. А каким будет финал, считаешь ты, пиши в комментарии. Вот. И все равно я буду ставить на Реал Мадрид, так как я фанат Мадрида. Роналдо, Роналдо, Реал – это Реал. Вот. Ну и красная карточка. Вот что по поводу этому уже сказали многие люди, и судья там что-то давал комментарии. Что думаешь ты? Напиши в комментарии. Во-вторых, ну, мне очень было, я удивлен, что все обсирают Роналдо, но даже Месси сказал, что это не было грубым нарушением футбольных правил, вследствие чего могли достать желтую карточку, да? То есть люди на поле могут вырывать друг другу ноги, а потом бац, предупреждение, либо желтое, да, дается, но не красное. А тут человек просто накричал на плаксу, которая прыгала, как девочка. Я извиняюсь, это не футбольное поведение со стороны этой девочки, которая упала на футбольное поле. Да, Роналдо не сдержался, но это было не впервой, потому как тот падал, и все. Но посмотрите на результат. 2-0. Извиняюсь, Валенсия. Валенсия является испанским клубом, и Роналдо вернулся домой, на родину Испании, да, ну, не в Мадрид. Но я уверен, что там болельщики его бы приняли по достоинству. А показывать факи всем и говорить, что Роналдо чмо. Вы сидите на трибунах, вот и смотрите, наблюдайте за игрой короля. Всем мир!